Сельская господарка – галина, где завчета хапала шмат проблем. Менавіта на их, звичайно, спосылаются керівники сельгаспрадприємцев, коли кажуть об невыконанні природоохранного и санитарного законодавства. Нельзя сказать, что в Гомельской области такие факты носят массовый характер, але и редкими их назвать покуль так само нельзя. Покуль основная сила сельскохозяйственных предприятий сконцентрированная на полевых работах. На мехдворах завершается дробный ремонт техники, якая покуль нигде не занятая. Правда, у денников рейду по наведению порядку на земле больше цікавить не сучасные клопоты вязковцев, а выполнение решений, принятых Гомельским облвыконкамом. Коли до керовництва КСУП «Совхоз Кармянский» никаких значных зауваг нема, то в целом по области ситуация не такая оптимистичная. До 1 красовика, например, во всех господарках повинны были обсталевать покой и отпочинку для работников. У гэтыя дні спецыялісты Гомельскага абласнога цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя удакладняюць інфармацыю, але ўжо зараз можна сказаць, што адпаведная пастанова выканана не ўсюды. Заклапочанасць выклікае і рэалізацыя патрабавання па стварэнні спецыяльных месцаў для мыцця сельскагаспадарчай тэхнікі. Вызначаны тэрмін 1 кастрычніка, але сёння ад некаторых кіраўнікоў можна пачуць спасылкі на недахоп сродкаў. Неабходна завяршыць сяўбу, потым апрацоўваць палеткі і збіраць ураджай. Вырашэнне экалагічных праблем у гэтым працоўным цикле не предугледжено. На сегодняшний день больше, чем в половине сельскохозяйственных организаций области, он по-прежнему не решен. И мойка техники осуществляется в приспособленных условиях, зачастую без твердого основания, без отстойников для очистки стоков и без эстакад, что приводит к загрязнению территории. У КСУП имя Володарского размова так само об экологии. Проблемы тут огучиваются иншие, але актуальные для всей Гомельщины. По словам экологов, каждый год каля фермов можно убачить сотни килограммов полиэтиленовой пленки, якая застается после применения еды на силосных ямах. Пропановы экологов об сборе отходов и другом выкористанне активного отгуку покуль не знаходить. И еще больше значная проблема – наявность звалок каля сельскохозяйственных объектов. У вугле этой земли можно выкористовывать для выращивания культур, але часто это отбывается только после складания протоколов природоохранными службами. Но возле новых ферм, недавно построенных, таких участков нет, потому что они уже созданы как бы на базе хорошей. А вот старые, как вот мы видим фермы, старые постройки 60-70-х годов, то, соответственно, такие участки бывают. Это и заброшенные силосные ямы, которые разросли, и просто участки, которые неудобно было выпахивать. Ну, вместе с тем дорабатывать эти моменты. Олег Сентюров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Кармянский район.